Добрый день, уважаемые жители и гости Мурманской области. Меня зовут адвокат Сулей Серебаевна. Я являюсь заместителем руководителя департамента санитарно-технического контроля Мурманской области. Приближается самый любимый нами праздник Наурыз, который, как традиционно, сопровождается богатым изобилием вкусностей, таких как бишбармак, баурсаки, хазэ, шыжык и другие. Как правило, в такие дни люди массово закупают продукты на стол, родители приносят пищу в сады, в школы, в городах и селах разворачиваются ярмарки, а также в праздничные дни устанавливаются юрты с угощением для населения. В этом году празднование Наурыза совпадает с освящением для всех мусульман месяцем Рамазан, когда постящиеся принимают пищу только после заката солнца, ходят на узашар друг друга, а также посещают кафе и рестораны. Для того, чтобы не допустить возникновение массовых пищевых отравлений на объект общественного питания, рекомендуем всем соблюдать простые элементарные правила, в том числе такие, как обязательно контроль за своими сотрудниками, чтобы у них был медицинский допуск к работе, также обеспечить ежедневный контроль за состоянием здоровья своих сотрудников, то есть если работники, которые работают на пищеблоке, у них не должно быть признаков явного заболевания, простудных, а также ограничковых заболеваний на руках, использовать только сертифицированную продукцию, соблюдать технологический процесс, не допускать хранения, совместного хранения готовой и сырой продукции, не допускать заблаговременного накрытия столов, а также исключить нахождение на пищеблоке посторонних лиц. Кроме того, хотелось бы еще сказать и жителям нашей области о том, что в праздничные дни, когда мы будем накрывать также на столы, звать гостей, ходить в гости, обязательно надо будет соблюдать тоже определенные требования, такие как использовать тоже только качественную продукцию, не допускать фактов приобретения продукции у случайных лиц, на улице, несанкционированных местах торговли, не использовать вчерашнюю продукцию, то есть остатков продукции, оставшихся после вчерашнего застолья, смотреть на само качество продукции, на цвет, запах, тоже также проводить контроль за приобретаемой продукцией, ограничить использование майонеза. И если вы, допустим, приготовили продукцию, то используйте ее в тот же день, допустим, мясная продукция, рыбная, молочная, не больше 6-12 часов. Мер профилактики позволит нам спокойно и хорошо встретить праздничные дни и избежать таких негативных последствий, как обращение в больницу и другие.